Эта улица, по которой мы идем, называется Серпуховской вал. А вот я подхожу к магазину «Пятерочка». Мой любимый магазин, но что-то мне тут никогда ничего не достается. Я обычно хожу и думаю, как бы тут что-нибудь вырвать на этой помойке, где выбрасывают продукты. Вот люди, все говорят, там пьяницы роются и все прочее. Вот обыкновенные люди, нормальные, не пьяницы, не бомжи, одеты прилично. Но нищета, она заебала всех, блядь. Вот она Россия, кто хочет. Вот она «Пятерочка» магазин. А вот она люди. Ой, добрый день, дорогие мои. Что тут сегодня вкусного? Сейчас, я подвину. Туда. Есть что-нибудь интересное? Есть. Я вот все время думаю, как бы тут порыться. Это я вот я, да. Я это... слышала, чтобы они выставляли. Они сейчас будут делать магазины, да, с просрочкой. Яровая придумала. Открыть магазины, пусть травятся и дохнут поскорей. Куда вы поперли, я не поняла. Куда вы поперли? Поперли сюда, потому что парни иначе будут проблемы. Вот она, между прочим, вот это Москва глазами граждан. Вот она, просрочка, вот бедные несчастные люди. И я в том числе сейчас попробую что-либо покопаться. Мне даже очень интересно, что здесь можно найти.